Иногорцам, как и всем остальным жителям республики, еще предстоит выбрать главу Хакасии. Повторное голосование, напомню, пройдет в ближайшее воскресенье. Завтра последний день агитации в СМИ. В пятницу вечером претенденты на главную руководящую должность вновь встретятся в нашей студии, чтобы рассказать о своих программах и предложениях. Заключительные совместные агитационные мероприятия пройдут в прямом эфире на канале «Россия-24» завтра в 19 часов.